Всем доброе утро, друзья мои, хочу вас всех поздравить с праздником Пасхи. Здоровья вам, счастья, удачи и исполнения самых заветных желаний. А мы вот так вот подготовились к этому светлому празднику, украсили двор. Вот, даже над рыцарем висит такое пасхальное и не одно яйцо. Бегают в цветочках кролики пасхальные. Ну, конечно, это я только что придумал. Кроликов никаких у нас нету. Но двор украсили. Надеюсь, вам понравилось. Эту традицию мы стащили с европейских стран после путешествий в Чехию, в Германию. Там вот так вот встречают люди, украшают все свои дворы. И вот мы уже второй год пытаемся создать праздник для себя и вот для всех гостей поселка. Многие ходят, смотрят, многим нравится. Ну, в этом году нам нравится самим больше, потому как гостей в поселке, в принципе, в настоящий момент практически нет. А если они и есть, то они должны сидеть на карантине и быть изолированы от общества. Увы. Вот все время я на эту грустную тему перехожу. У нас же сегодня праздник. Праздник. Все хорошо. Поэтому думаем сегодня только о хорошем. А смотрите, у нас зацвел горох. Скоро будем собирать урожай. Вот-вот распустятся розочки. На крыше вообще уже бутончики большие. Это, кажется, петуни, я не знаю точно. Но вроде бы они. А вот герань я знаю хорошо. Еще одна герань. Еще какие-то фикусы, я не знаю, что тут понасажали, если честно. О! Мы как раз у маленького храма. В день Пасхи. Ну что, еще раз поздравляю вас всех с праздником. Еще раз здоровья и счастья. Чтоб все невзгоды нас миновали. И все было хорошо. И мы встретились с вами в поселке Лазаревское. Ну, если у вас не получится приехать в этом году, то поселок Лазаревское приедет к вам на ваши экраны. Всем пока. Поздравляю с праздником Светлой Пасхи!